you today? I'm feeling quite gassy. Кто в детстве не мечтал научиться понимать язык животных? Теперь в Лондоне предлагают найти общий язык со ослом. Это стало возможным благодаря ослиному шептуну. Специальное устройство крепится животному на шею, фиксирует его поведенческие особенности и трансформирует их в слова на английском языке. Это оборудование своего рода говорящий ящик. Он улавливает вибрации осла и переводит их в то, что осел выражает своим поведением. Конечно, это устройство вряд ли претендует на стопроцентный уловитель ослиных мыслей. Рассчитано оно на детей. Именно им предлагают прокатиться на говорящем ослике в этом ослином парке. Марк Айнисон изучает ослов более 20 лет. У меня 17 ослов. Мы очень тесно с ними работаем изо дня в день и знаем их манеры поведения, эмоции. Становится примерно понятно, о чем они думают. Чувствительный элемент устройства позволяет отслеживать, к примеру, их мимику и положение ушей, их эмоции. Он считывает язык тела. Мы действительно пытаемся понять поведенческий язык ослов, то, что именно они выражают с очередным ИА. Мы разрабатываем систему считывания и воспроизведения. Сигналы преобразуются в языковые предложения, которые соответствуют поведению осла. Разрабатывать подобные устройства для перевода языка других животных пока не пробовали, но ослы теперь уж точно стали понятнее людям.